Я ваш новый главврач. Приятно познакомиться. Я гражданин Российской Федерации. Традиция индийского народа. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Маргарита Михайлова. Председатель исполнительного комитета Содружества независимых государств Сергей Лебедев и председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков посетили филиал КФУ в городе Джизак. Делегацию в сопровождении хакима джизакского вилаята Эргаша Салиева встретил исполнительный директор филиала Азот Бабамурадов. Гостям продемонстрировали симуляционный центр медицины. На должность главного врача медико-санитарной части Казанского федерального университета назначен Ринат Шагабуддинов. Подробности далее. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, за доверие. Я думаю, что у нашей медицинской части есть все, чтобы занять достойное место не только в структуре республиканского здравоохранения, но и в структуре здравоохранения Российской Федерации. Медико-санитарная часть Казанского федерального университета – одно из ведущих медицинских учреждений республики. Сюда обращаются за квалифицированной помощью не только татарстанцы, но и жители других регионов. На протяжении последних лет пост главного врача клиники занимал Сергей Осипов. Накануне был представлен новый руководитель униклиники – Ринат Шагабуддинов. Главного врача поприветствовали министр здравоохранения республики Марсель Минулин и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Клиника при федеральном университете с огромными возможностями различных разработок, да, плюс воспитание своих же кадров. При должном и правильном управлении и расстановке приоритетных задач, я думаю, что клиника должна выстреливать, и причем выстреливать вверх достаточно быстро. Поэтому вам успехов. На сегодняшний день униклиника Казанского федерального университета – учреждение, которое использует передовые технологии для профилактики и лечения различных заболеваний. Главное преимущество этих методик состоит в том, что при необходимости проведения операции вмешательство в организм производится минимальное. Хорошее техническое оснащение позволяет специалистам быстро и качественно выполнять работу. Пациенты в ходе такого лечения восстанавливаются гораздо быстрее. Тут никаких сомнений нет. Медицинская часть КФУ – одна из ведущих клиник на территории, как минимум, Республики Татарстан. Ну и очень многие из вас вышли за пределы республики, очень многих из вас знают за пределами республики, знают и ценят в Российской Федерации. Есть успехи, которые однозначно говорят, что мы несем знамя федеральной клиники. Важно отметить, что Сергей Осипов, передав свой пост, не покинул семью Казанского федерального университета. Теперь он возглавит кафедру цифровой медицины Института фундаментальной медицины и биологии. Что касается Рината Шагабуддинова, в ближайшие дни новый главврач медико-санитарной части КФУ обозначит приоритетные направления работы клиники. Важно отметить, что Ринат Шагабуддинов – обладатель звания «Заслуженный врач Республики Татарстан». За практически 25 лет работы он прошел путь от врача-интерна до заместителя главного врача по хирургической помощи, а теперь уже и главного врача медико-санитарной части КФУ. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Обучающиеся университетской школы, прибывшие в Елабугу из Луганска, получили документы, удостоверяющие статус гражданина Российской Федерации. Подробности смотрите в следующем сюжете. Школьники из Лисичанска, которые сейчас учатся в университетской школе при Елабужском институте Казанского федерального университета, получили документы, удостоверяющие статус гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Елабужском центре культурного развития «Созвездие» и стартовала с приветственных слов главы района Рустема Нуриева. Хочу им пожелать счастливой жизни, чтобы вот эти вот перипетии, которые у них случились в раннем возрасте, они зарубцевались, и ребята были просто счастливы.
Республика Татарстан и город Елабуга стали гостеприимным домом для 50 детей из Лисичанска Луганской Народной Республики. Мы их приняли на базе своего кампуса Елабужского института еще в январе месяце. Все это время ребята учатся в университетской школе, проживают в наших общежитиях, занимаются в спортивных и культурных учреждениях нашего города. Вот, наконец-то настал очень важный в их судьбе момент. Сегодня 50 ребят из Лисичанска получают паспорта гражданина Российской Федерации. На торжественной церемонии также присутствовали начальник управления общественного образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Татьяна Алексеева и сопредседатель Татарстанского отделения Общероссийского народного фронта, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзида Руденко, председатель Совета ветеранов Елабужского района Геннадий Баганов. Приглашенные гости поздравили ребят с получением важного документа и пожелали успехов в сдаче единого государственного экзамена. После торжественной части для учеников провели беседу путешествия по страницам истории России. Каждая из них сопровождалась именами выдающихся граждан нашей страны, которые в свое время внесли вклад в ее развитие и процветание и тем самым становились примером для новых поколений. Конечно, непросто, потому что им пришлось привыкать к новым традициям, к новым обычаям. Им пришлось жить без родителей. И наша задача заключалась в том, чтобы окружить их любовью, теплом, пониманием, создать все условия, чтобы каждый из них завершил 11 класс достойно, хорошо подготовился к государственной итоговой аттестации и нашел свой путь в жизни. Церемония вручения паспортов завершилась ответным словом старшеклассников, которые поблагодарили организаторов за проведение такого мероприятия и пообещали добиться больших успехов в жизни. Скоро у ребят наступит важный этап – сдача единого государственного экзамена и поступления в ВУЗ. Это очень для нас такой серьезный шаг. Теперь мы можем, ну, ничего не бояться, как сказал Женя, можем везде путешествовать. И теперь осталось только поступить в КФУ. Напомним, что ранее для ребят была проведена обзорная экскурсия по Казанскому федеральному университету. Для будущих студентов провели экскурсию по музеям Казанского университета, а также показали здания институтов. Отметим, что КФУ имеет давние партнерские отношения с Лисичанском. Так, из университета была отправлена туда не одна фура с гуманитарным грузом. Аделина Абдрахманова, Айдар Нурмиев, Универньюз. О том, как прошел праздничный концерт в рамках Дня индийской культуры в стенах Казанского федерального университета, смотрите в материале далее. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся праздничный концерт в рамках Дня индийской культуры. В Индии несколько регионов, где культура и традиция отличаются друг от друга, поэтому будут представлены все регионы. Конечно же, это культура, самое главное, а также адаптация, чтобы ребята были более открыты к окружающим, не стеснялись показать свою культуру, не боялись сцены, не боялись выступать. Индия – страна с экзотической и загадочной для большинства европейцев культурой. Обычаи индийского народа достойны уважения и особого внимания. Например, индийский танец – одно из главных достоинств Индии. Это искусство появилось более 5000 лет назад. Благодаря этому танцу индийцы духовно совершенствуются, развивают эстетические чувства и ум. Кроме того, развивается еще гибкость тела и артистизм. По сложности все индуистские танцы сложнее, чем занятия каким-либо другим видом хореографии. Именно поэтому они оказывают благотворное воздействие на тело и весь организм человека. Сложные танцевальные комбинации, выполняющиеся быстро и с предельной концентрацией, укрепляют тело и положительно влияют на психику. Благодаря тому, что нам помогали департамент внешних связей, что мы с ними как-то могли связаться, и мы обсуждали эту тему, что мы тоже хотим индийский, как день индийской культуры, и наконец-то, как нас разрешили, и мы как отмечаем сегодня, да. По словам ответственных лиц, на концерте присутствовало более 250 гостей. Нельзя не упомянуть, что торжество «Альма-Матер» проводит впервые, но уже дарит незабываемые эмоции студентам и профессорско-преподавательскому составу. Отметим, что организатором проведения мероприятия Дня индийской культуры стал Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. О раритетном издании Евгения Онегина, хранящемся в научной библиотеке Николая Лобачевского, расскажет Амир Ахтямов. Евгений Онегин был любимейшим произведением Александра Сергеевича. Пушкин начал работу над ним весной 1823 года, а закончил в сентябре 30-го.
В 1833 году, 4 апреля, было опубликовано первое полное издание романа в одном томе. В течение недели было продано всего 5000-е издание, что было настоящей сенсацией для того времени. Критик Белинский назвал Евгения Онегина энциклопедией русской жизни. Пушкин в своем романе дает картину жизни русского столичного и провинциального общества начала 19 века, изображает воспитание столичной молодежи той эпохи. Наша съемочная группа в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета, и у нас в руках рукопись, датируемая в апреле 1833 года. В типографии Смирдина было отпечатано первое полное издание Евгения Онегина в одном томе. Данная рукопись, написанная каллиграфическим почерком, цена тем, что в конце тетради встречаются фрагменты водяного знака с отчетливой датой 1835. Таким образом, палеографические данные позволяют отнести ее к концу 30-х, началу 40-х годов 19 века. Александр Пушкин работал над этим романом более 7 лет. В произведении на широком фоне картин русской жизни показана драматическая судьба представителей русского дворянства первой четверти 19 века. Роман, за исключением писем Татьяны и Онегина и песни девушек, написан особой онегинской строфой. Каждая такая строфа состоит из четырехстопного ямба. Первые четыре строчки рифмуются прекрасно. Строки с пятой по восьмую попарно. Строки с девятой по девятнадцатую связаны кольцевой рифмой. Оставшиеся две строчки строфы рифмуются между собой. Работы над произведением Пушкин называл подвигом. Из всего своего творческого наследия только Бориса Годунова он характеризовал этим же словом. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз. В Казанском федеральном университете совсем скоро стартуют дни открытых дверей институтов. Абитуриенты и их родители смогут получить информацию о порядке поступления, условиях обучения, студенческой жизни, а также побывать в лабораториях, аудиториях и музеях Казанского университета. В мае-июне встречи с абитуриентами пройдут как очно, так и в онлайн-формате, в Zoom и ВКонтакте. Подробнее о датах и времени проведения на официальном сайте КФУ. Или по телефону 8 843 292 73 40. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!